Я вас все равно безумно люблю, потому что я для себя понял то, что в этой жизни ничего не имеет такого смысла, как любовь, потому что любовь — это единственное всех свершений. Это вообще наша жизнь, мы можем двигаться только благодаря любви. Потому что вся хуйня, за которой мы движемся в повседневности, типа, любая абсолютно, будь то ваша школа, будь то нахуй лайки в Инстаграме, будь то желание с кем-то затусить или так далее, это все не имеет никакого абсолютно значения. Потому что это всего лишь вы себе создаете, просто ваш мозг создает вам способы убить свое собственное время, потому что вы не знаете, как потратить его по-другому. Но, блядь, главное наебалово этого всего, того, что времени никакого нет. И то, что время — это те рамки, которые придумали люди. И вся жизнь, она состоит из одного, из всего одного мига. Это один огромный миг. И все, что у нас есть, — это любовь, которая должна продолжаться весь этот миг, которым определяется вся...